маршрутку ближайшей станции Анина. До нее около 400 метров. Она 1100 мест, после мы планировали 1500, но вот после уже полного обустройства получилось 1100 мест. Сегодня, он по сути дела первый рабочий день, когда работаем, уже более 200 машин. Нам надо будет раскрутить, естественно, в средствах массовой информации так, чтобы все знали. Все, сегодня раскрутим. Да, это будет здорово. Здесь несколько заездов. Самое главное, то, машины... Вот показано то, что было до этого, помойка вот эта. Да, это вот то, что было, да. И вот то, что превратили. Мы вот находимся в этом месте, и въезд с Варшавки, вот так, как вы заехали сюда, Сергей Семенович, здесь есть несколько въездов. С Варшавки можно заехать сюда, а самое главное, с МКАДа предусмотрен вот здесь разрыв и заезд с МКАДа на нашу площадку. Ага. Также можно с МКАДа заехать вот через этот въезд, и все, кто едет по МКАДу, ну, вот в правую сторону, в сторону Калужского шоссе, им очень удобно заехать. Из области тоже можно сделать разворот. Знаки вместе с префектурой все расставлены. Они хорошо ориентируют, значит, автолюбителей на заезд на нашу парковку. Ну и тут до метро Анина, это, кстати, линия одна из... 400 метров, это недалековато? Значит, Сергей Семенович, в принципе, 4 минуты хода. Конечно, есть здесь ближе. Нет, но есть, Сергей Семенович. Спринтерская дистанция. Ну вот я сегодня за 3,5 прошел. Где у нас префект? Вот. Нам надо было сделать вот, так. Да, ты подходи, не стесняйся. Надо было сделать так, чтобы дорожка от этой... от этого места до метро было вычищено всю зиму, обустроено, чтобы так не получилось, что люди просто дойти толком не смогут. Там надо тот вестибюль допустить, еще ближний вестибюль запустить. Сергей Семенович, есть вестибюль, да, закрытый на сегодня, да? Его, наверное, надо будет включить в план следующего года. Он был исторический, как линию сдавались, ага. Его просто законсервировали, ага. Поскольку пассажиропоток тут ничтожный. И два вестибюля держать, ну, просто экономически нецелесообразно. Да. Если эта парковка, она обязана заработать, да, мы, ну, в следующий, да, год в план этот вестибюль включим и откроем, тогда надо поближе будет, да? Да, будет поближе, там мы 2,5 минуты хода. Буквально здесь. Два раза. Сколько требуется времени, чтобы его открыть? Значит, ну, мы вот сейчас собираем все данные с наших служб, я думаю, что в течение полугода мы его откроем. Ну, хорошо, включайте план, открывайте. Да, есть, Сергей Семенович. Да, ну, рассказывайте, как у вас система работает. Сергей Семенович, система следующим образом. Приезжает человек на паркинг, ему выдается из паркомата вот этот билет, он оставляет машину и уехал, и пошел пешком до метрополитена. Он не платит ни денег, ничего, он уехал. Значит, выходя из метро, он должен совершить две поездки, подходит к устройству, которое висит в вестибюле, его ориентирует. В правилах, которые мы издали, здесь все изложено, как пользоваться этим паркингом. Он должен подойти к этому устройству, и там я могу продемонстрировать. Приложить сначала парковочный билет, значит, записывается... На станции или здесь? На станции, нет, на станции. Он только выходит и сразу на станции висит. Он подкладывает парковочный билет, далее билет метрополитена, а на нем должно быть нанесено две поездки. Если две поездки, он получает льготу. Он второй раз должен приложить парковочный билет и записывается льгота. 50 рублей за то время, что он находится здесь. Сергей Семенович, можно воспользоваться случаем, задать вопрос? Да. Единая Россия очень много говорит, что делает все для людей. Но вы же тоже очень много работаете. Скажите, пожалуйста, вот что лично вы делаете, за что вы лично отвечаете, за что отвечает партия? Такой интересный вопрос. На самом деле партия, она же не в воздухе где-то находится. Конечно. И не абстракцией занимается. Главное дело партии — это чтобы расставить людей, кадры на те места, где они занимаются конкретными вещами. Та же Единая Россия сегодня в Думе городской имеет большинство. Городская дума утвердила меня в этой должности. А я уже пашу так, как и могу. И отвечаю перед Единой Россией, а в первую очередь перед вами, перед жителями. Спасибо. Спасибо. А можно еще один вопрос? Да. Вот в 2011 году очень много сделано. Отремонтированы дворы, дворовые площадки, подъезды. Сейчас ремонтируются школы. Вот меня, как жителя города, интересует вопрос. Вот после выборов не исчезнет...
вот интерес к решению городских проблем, не забудут ли о нас снова? Где вот гарантии? Хотелось бы услышать. Как вас зовут? Светлана Васильевна. Светлана Васильевна. На самом деле мы только разворачиваем эту работу. Вот даже вот по сегодняшней парковке, если посмотреть, это одна из первых парковок, которые возле метро сделаны. У них в плане таких 23 в ближайшее время. Они только начинают эту работу. То же самое касается и школ. Мы сделали несколько сот школьных площадок, отремонтировали. На будущий год заложили не меньше денег, чем в этом году. И будем комплексы обустраивать и школьные стадионы. Сейчас вместе с префектурами занимаемся по программе ремонта дворов на будущий год. И я в ближайшее время объявлю и сумму, и количество. Так что меньше не будет точно. Больше, скорее всего. Спасибо. Спасибо. За парковку отдельное спасибо. Очень удобно. Спасибо.